Всем привет, друзья! Сегодня буду тестировать, как долго прогревается автоматическая коробка в автомобиле. Здесь я вот приготовил вот секундомер, чтобы посмотреть, через сколько прогревается автомобиль. Вот я подключил диагностику. В гараже сейчас 16 градусов. Масло в АКПП 18 градусов. Друзья, почему я решил снять это видео? Потому что в интернете много информации, что зимой, чтобы быстро прогревать масло в коробке, после того, как вы заводили двигатель, надо манипулировать с АКПП, то есть ставить на D, ставить на R, потом опять ставить на D. И так несколько раз ставить на D, ставить на R, и типа масло в АКПП быстро прогревается. Другие пишут, что надо ставить на D, ждать 20-30 секунд, потом ставить на R, опять ждать 20-30 секунд и после этого ездить. И все, масло в коробке быстро прогревается. Это не так, это не имеет значения. Я вчера уже тестировал, за 3,5 минуты масло в коробке передач прогревался 3 градуса. Я ставлю фото. Как только вы заводите двигатель, сразу насос начинает прокачивать масло через коробку передач. Масло начинает циркулировать в коробке. Не имеет значения, вы ставите D, ставите R. Это лишние манипуляции. Это не надо этого не делать. Когда вы заводите двигатель, 1100-1200. Потом, как тахометр спустится до 800, все, можно ехать. Зимой, когда минус 20 градусов мороз, да, надо прогревать 10 минут, чтобы как-то масло прогревалось. И давайте проверим этот миф. Типа, если вы ставите на D, сразу масло будет здесь прогреваться. Вот, даже так просто прогревается масло, уже 19 градусов. Заводим двигатель. И нажимаем на старт. Тысяча 100 оборотов. Ждем. 19 градусов. Ставим на D. Тридцать 2 секунда. Ждем на D. Ждем где-то 30-40 секунд. Смотрим на масло в АКПП. Прошло 30 секунд. Для этих умников ждем еще 30 секунд. Прошла минута. Вот, ровно минута, 32 секунды, ничего не происходит, только 1 градус, и то без этого поднимается. Снимаем на N, ставим на R. 40 секунд. Опять ждем минуту. Поднялся, 21. Двадцать один градус, 22. Все, 40. 3 градуса. Ставим на P. 45 градусов уже двигатель прогревался. Здесь 23 градуса. Как я уже сказал, вчера за 4 минуты в режиме P также АКПП прогревался до 23 градуса. Я вставлю эти картинки, когда я вчера тестировал и написал, что за 4 минуты прогревался 3 градуса.
24 уже. Стоит на П. Работает уже 4 минуты. Уже 25. То есть здесь почти 55 градусов, а здесь 25. Температура 16 градусов. Давайте выехать из гаража. Заодно и посмотрим перемену. Двадцать пять, ничего не меняется. Ну, давайте оставим вот так. Уже 60 градусов, а здесь 26. Так, автомобиль стоит уже 9 минут. 29 градус АКПП и 70 градус двигатель. Будем ездить медленно и посмотреть, как прогревается масло в АКПП. Пока нет 90 градусов, снаружи 13 градусов, здесь пока 32. 11 минут работает двигатель, а пока 33 градуса. Температура даже больше 90 градусов, где-то 95. Здесь уже показывает 31 минута, но не знаю почему здесь 25. Работал 31 минута, ладно. Продолжаем движение. Пока 48 градусов, 25 минут. Едем домой. Шанс, чтобы масло было 60 градусов, нету. Пятьдесят. Так, почти 30 минут.
51 градуса. Здесь показывает, что автомобиль работал 35 минут. Ездили 6 километров, более 6 километров, где-то 7. 51 и уже 30 минут. Всем спасибо за просмотр, друзья. Удачи на дорогах.